пойте и качайтесь с нами. Я убью вас, я вечный. Сегодня. А, не-не-не-не-не. Он врет. Да, пак он сказал. А. Хорошо, дай микрофон сюда. Нет, народ качает. Это DJ Gri. Любому MC очень приятно, когда. Ну, во-первых, его зовут в Питере. Еще раз на сцену. Особо приятно любому МС, когда его диджей хуже него читает. Реально, у многих русских рэперов по-другому. Неручимость.
прошу без личностей. Меладзе тут ни при чем. У Меладзе, Меладзе читает лучше, чем Меладзе другой брат. Грим, давай что-нибудь такое, ну, чтоб нам уйти уже и все. Да, конечно! Пушку! Диджи Грим сейчас включит какую-нибудь попсу. Сейчас будет самая тупая песня в моем репертуаре. Американщина. Сегодня здесь с нами один из моих друзей, у которого в фотоаппарате никогда нет флешки и аккумулятора. Но он делает вид, что сегодня снимает здесь все. Ребят, можете вытворять все, что угодно, он не снимает. Этот человек всегда просто так ездит, но не Ленин, снимает. Ленин, омлет еще заряди! Омлет! Пушку! Заряди омлет. Давай! Что такое? Что такое? Девочка передала? Пушку давай! Пока он расписывается. Все о том же поют мои песни. Не отвлекай, я текст пишу. Записывай. Все о том, что в этом мире ничего дороже нет. Мне не надо завтрака, ни обедов, ни ужинов, честно. А потом прошу. Спасибо. Ребят, человек нагло врет. На самом деле, он всегда меня об одном просит. Сделай мне куплет. Песня-то об этом на самом деле. По крайней мере, так писалось. Нет? Все написано. Вот, уйди. Уйди! Что такое? Устал, человек. А, устал. Диджи Грим устал. Всем пока. Грим. Такой прикольный. Убил себя, типа. Это лучше по-настоящему убил. А кто падать-то будет? Ох, кроссовки развязались. Ну, а пока Денис нагнулся в позе. Вот.